Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас веселый пятник утро. Веселье начинается. Ладно, пилоты, пора выполнить задание. Это не самоэлектрик, это Ваня Таск. Так это мой ник самоэлектрик. Что ты как... Это что за покемон? Ай, больно в лице. Не, ну это, понимаешь, это... Чёрт. Нет, я тоже тогда возьму крабер, я буду мстить. Я отомщу от себя. Но это ненадолго, потому что он чел с крабером тоже ходит. Норм. Подкрепление прибыли! Сейчас я это... Давай шутить, а то это материал не отснимем. Эндпайп сверху. Сверху. Нет. У меня не лагает, не норм. Давай, погнали. Стоп, а как запись остановить? Просто я это, я не знаю, как там. Шейр нажать. Внизу. С коленом поехали. По имбальнику. Пистолета залетел. И поехали, люди. Я с пистолета туда залетел. И полетели, люди. Не, ну это не так оригинально. Просто у меня прошлый этот не записался. В смысле, я его не казнил, это был мой. У меня не застелили. Нет. Сзади крысы. Это музыкальная пауза. Сзади тебя там много крысок. Очень много. Прям очень много. У нас тут вообще есть пилоты! Да он у меня застилил тоже там вообще. Я буду бегать чисто с пистолетом. Они отступают, забить их! У них титан. А будьте аккуратны, это и он. Танк готовится к спуску. Его там он нет. Смотрите, он там. А вот ты как думаешь? Да, ты сейчас с пистолетом бегаю. Нет! Ненавижу лазер. Ноу. Это уже не твои проблемы. Хотел ты то или не хотел. К вам летит. К вам залетел. Человек. Но этот флеш будет жить недолго. Ай, не хочу. Я не видел титана, как так можно? Знаешь, когда ты не заметил титана? Да ну как так? Вообще не смешно. Сейчас не смешно. По лицу на. На, по лицу. Курсовой ракетой по лицу себе, готов. Блин, на. Ожидание высадки титана. Музыкальная пауза. Тебе должно быть пофиг на кого-то все.
О, нет, я не хочу туда. Там пилот. Внимание, сильное повреждение. Внимание. Там потому что пилот. И титана. Это был мой титан. Ты одаренный пилот. Покажи, чисто что умеешь. Фрагмувик будет. Нормально. И так-то. Я катапультировал. Каким образом ядро лазера там у тебя? Кто-то есть. А, это титан. На, по лицу, блин, нахрен. Ну, точнее, противотанковым оружием. У тебя тоже титан. Сейчас я этого здесь и сделаю. А где титан, кстати, ловится? О, нет, ловцы, я не люблю ловцов. Я очень сильно не люблю ловцов. Вот прям очень сильно не люблю. Вот не люблю и все. Иончиком. Иончиком. Ваш титан готов. Ожидаем вашего вызова. Да иди ты со своими арбузами один куда подальше. Ожидание высадки титана. Все, я хочу быть титаном. Активирован режим пилотирования. Вот тут. Отрыв небольшой. Подождите. Я это немножечко. Но я немножечко взрываю. На! Я ему это там. Прилепил на лоб. Попхам наклейка. Где этот вонючий бобёр? Чё-то у нас походу это, да. Я его убью. Наконец это гонение за одним пилотом. Сейчас я разберусь. Нет, я не так хотел разобраться. Да? Тихо. Все, разобрался. Разобрал. Титан, монарх!
наверное, лучше понятно. Я вызываю титан. Я призываю тебя. И он правильно. Давай, 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 погнали. Борч пошел вон. Тебя убили. Этого Иона. На мясо рубил. С руки. Не, ну это не смешно, это фигня. О, истребление военной игры, ну почему? Я же мог взять обычное истребление, но зачем мне тогда выбирать было военные игры? Я просто очень ленивый человек. Я уже снимаю, если что. Давным-давно. Я материалы снимаю. О, под титан подкачался, да? Хоть хоть. Ага, да. Покрутился там, на суху посмотрел, все нормально. А боже, уберите эти лазеры, они слишком ярко светят. Ладно, пилоты, пора выполнить задание. ГАИ. Ты в ГАИ. Ты работаешь в ГАИ. Ух ты, сколько вас тут василиски. Вообще, это великий змей. Василиск. Ай, нет, я не хочу вниз. Get down. Нет, не хочу, не хочу, не хочу. Спасибо, нет, не хочу, не хочу. Хорошее начало. Не хочу, я не хочу умирать. Пожалуйста, спасите меня. Я хочу жить. Я сам себя спас. Так было страшно, так очко сжалось просто это. Это у меня так очко сжалось сейчас, просто за мной это пятеро чуваков бежало. Я двоих убил, трое отстали. Упали? Вы чё упали? Ты чё упал? Ты чё упал? Казнь. Казнь, казнь, казнь. Бой с тенью, бой с тенью. Спасибо за полезную информацию, за очень полезную информацию. Какой скар? Кар, здесь нет скара, это тени CSGO. А здесь это ДМР. Ой, блядь. На, по лицу. Я как будто нахуй китикет съел. Давай, иди сюда. Стой. Так можно же это, обрезать, смонтировать. Так или я же не умею. Вообще-то я умею монтировать. Ну, все, я какие промонтаж. Проблемы? Пехотинца на, получи по лицу. Получи и распишись, это я пехотинца казнил. Блять, как будто китикат съел нахуй. Продолжаем шутки, да? Угадайте, что я ел нахуй. Вопрос на засыпку. Ты ел на этом месте? Ты ел на этом месте? Блять, я дошик ел, пиздец. Там вот это мясо, блять, я его даже есть не стал. И правильно. Мясо, пацаны, это мясо. Это гидрокарбонат натрия чистой воды. Я мясник. Какой частный матч? У нас пока не отснимем материал, никакого частного матча не будет. Где твой фирменный смех? На, всем по лицу раздам, а тебе по яйцам. А ты что там делаешь? А ты что тут делаешь? Все, я в титане, я могуч. Словно стая туч. Рифма.
Я могуч, словно стая туч. Получите, распишитесь. Ай, я не хочу умирать. Можно мне не умирать? Лови пули обратно. На. По лицу получи. И... умри. Это музыкальная пауза, просто у меня сегодня это... певец. Во мне проснулся скрытый певец. Да никого ты там не взорвал, что ты не видишь? На! Это что за покемон? Да. Да. Ух ты, скотч, ты уходи! Эй, Скорч, иди сюда, я для кого ядро лазера выпустил? Эй, ты что, офигел? Я на тебя выпустил ядро лазера, ты, ублюдок. Ты ублюдок. На, говно собачье, получи, ты же ко мне лезь. Ты засранец вонючий. Лучше тебя не злить? Лучше меня не злить, да, а то он меня забомбит. И мне придется принимать антибомбин, а он очень дорого стоит. Да почему я ядро лазера на него выпустил, ты и Том Франк? Да почему все так-то происходит? Сас. Слышь, ты, ублюдок. А, кстати, слышь, я вот за этого сейчас черного негритоса, но он даже не негритоса, знаешь... Ну, короче, я сейчас за этого G300, за большого поезда поиграю, короче, посмотрю, за тачку. Поезда. Поезда. А едешь... А ты едешь по горам. Пацаны, мой фирменный смех. Это типа грач. Грачило. Ну сюда. Получи по лицу. Да что ж ты за человек? Монах. Он не будет выглядеть, потому что его нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это говно. А, ну, монарха правила вообще не должно быть. За авангард, ёпта. Типа зачем он, да? Ребята, дайте батарею, если вам это не жалко. Обратно. Нахуяло, ну так красиво, блядь. А то меня сейчас убьют. Немного так. Нет. Катапульта, я не дам тебя казнить. Нет. Я ему... Получи. Я отомщу за себя. Я самостоятельный. У этого еще ядерная катапульта будет. О, да, пацаны. Пацаны, бой начался, пацаны. Так, я должен победить. Мне 18, ему 24. Я выше его. Я должен его изнасиловать. А? Что ты за дичь несешь, объясни? Пацаны, так этот чувак на бас вообще, он еле играет. Какую дурь вы там курили, да? Это не дурь. Знаешь как, я буду занятой. На, да почему стена, уголок? Уберите этот уголок, респаун. На. Получи по лицу и распишись. Что, ты будешь учить наркотики? Получил и расписался. Нет, расписаться он не успел. О, у меня кар 10-го поколения. Ура! Прохладно. Давайте не будем шутки. Давайте шутки про Якубовича не будем использовать в нашем сегодняшнем диалоге.
Да, всем, да, сэр. А шотов? Стоп, а шот? Ух ты, Василий Петрович, как вас тут много-то. Нет, спасибо. Нет. Пожалуй, откажусь. Нет, легион. Может, мудак меня бьет по одной ноге. Я не хочу умирать, я слишком молод. Спасите, пацаны. Я не выдержу против легиона и монарха. У нас есть шанс, мы еще можем выиграть. Пацаны, я проиграл. Монах, ты сидр безалкогольный яблочный, блин. Хотя что я сейчас сказал? О, каким образом я ему? Нет, я могу уйти. Я могу уйти из любой ситуации. And I will. Я не хочу встретиться с невидимкой. Ой, боже, это говно просто. Я не могу так играть. Ай, сосите, блядь. Вот именно. Так неинтересно. Знаете, что как там делал? Вот тут у меня по ноге ебаш, и я упал. Упал, подскользнулся, да? Да, блядь, подскользнулся и мозг, блядь, пробил насквозь. Мост пробил насквозь, но у тебя этот мощный. Это не больно, ты чё? А, так слышь, почему этот меня сзади использовал? Это, боже, мудак, он использовал, короче, у него в улучшениях стоит удар на ноги, типа по ноге, блядь. Куда как? Ну, блядь, только я так мог говорить. А я это не... А я немножко прилег. А я немножечко прилег. Как тебя сейчас застрелят? Пацаны, крабер говно, да? Нет. Я ноутхол поделаю, давайте я вам это докажу. Пацаны, вы знаете типа рэпера Чига? Чё? Чё? Не знаете, да? Ну ладно. Что несешь? О, я на третьем месте. Ура! И чувака на одну очку обогнал. Но очко как-то странно звучало. Молочку, блядь, соси очко нахуй. Блядь. Молочко. Блядь, подыхающая чайка. Твой смех — это реально подыхающая чайка. Нет, это вскипятившийся чайник. Итак, что мы... Ребята, у меня карт 10-го поколения, у меня есть на него все раскраски абсолютно, которые за уровень. Подыхающая чайка сейчас смеется, бля. Ты именно. О, Фирм, здорово. Он тоже в Titanfall играет. Слушайте. Сделайте закрытую тусовку. Ё-май. Слушайте. Давай это с нами в Titanfall. Да зачем ты меня приглашаешь? Ты не вовремя. За что? Я тут лицо начищаю, я тут лицо начищаю. Это чистильщик. Твоему ух ты! Чистильщик. Да-да-да, когда я его в пузо ударил. Именно. На. Подойди ко мне, мудила, ты ссаная. Я твою маму щатал.
Подыхающая чайка опять. Оригинальные шутки. Ах ты мудак. Не, ну это топ, это просто топ. Я не могу. Энспайф трансформировался. Ты уже там, наверное, охрип. Охрип. Значит, ты охрип. Охрип. Охрип уже, охрип. Кто смотрел Big Russian Boss, тот поймет. Или мне картинку добавить в этом моменте. Ну ладно. Кто не понял, тот поймет. Рентир стоит того, чтобы за него бороться. Смотрите, у меня кар черный. Нет. Ребята, стой. Стой, Энспайф, да обернись. Энспайф, Энспайф, обернись, у меня кар черный. Чё? Что за дичь вы несете? Хреновый рэп от бога. Бог не одобряет. Обычный кар, обычное оружие 10-го поколения, ну, у меня. Понятно, я понял, о чем ты. Тут только что был чувак, где он? Его что, уже убили? Почему без меня? Пацаны, я опять просрал, я официально долбоёб. Официально. Официально. О, сзади крыса, понятно. Я специально мудак. Это, знаете, мой еще средство крот. Да, в скобочках нет. Блять, пацаны, просто смотрите, я вот такой смотрю, выбираю кольцо, да. Короче, типа... И умираешь, да? Он сквозь меня прошел. Как-то сейчас странно звучало, но... В смысле, каким образом он меня убил тогда? Давайте не будем перепивать кое-кого. Пацаны, у меня еще, знаете, какой персонажик есть? А Кто не понял, тот поймёт. В смысле? Ты что, дурак, что ли? Кто не понял, тот поймёт. Соси, блядь, куриный помёт, нахуй. Это Боже, мне в голову какой-то бредятина приходит, ёпта. Это рифма, это просто это хэштег рифма. Да сзади опять это Сидор. Да-да-да, хэштег рифма. Пейзи. Кто не понял, тот поймёт, соси куриный пой. Чтобы кто не понял, тот поймёт. Кто не понял... Существует. Это флэш, ты понимаешь, флэш? Что это флэш? Я тебя могу удивить, куриный поймёт, существует. Хершот получи и распишись, Кина. Ай, больно мне, больно. Это чё за смех? Бам-бам. Как будто здесь ещё слышно. Мы сократим разрыв. Не терять надежду. Бам-бам-бам. Красная идея. Чёрная идея. О да, о да. Мы несём какую-то дичь, но... Но нам нравится. Поэтому не сидите строго. Сидеть строго запрещено. Пилот, ваш титан готов. Ожидание высадки титана. Пацаны, у меня, понимаете, персонаж Дольф Гитлер, он дико похож на Гитлера. У него еще это я сделал свастика на груди, короче. Чайка, чечайка. Четко, чечетка. Кто не понял, тот поймет. Гитлер сильно, блядь. Слишком жестко.
Неплохо так представить. Две фамилии, нахуй. Вместо имени фамилия. Ребята, а кто-нибудь может меня спасти? А то мне больно. Пацаны, кто победит? Адольф Гитлер или какой-то покипл был, блять? Меня сейчас забанят из-за твоих этого вот шуточек. Не забанят тебя, не ссы. Не ссы, турсы, не ссы. Плохо. Ай, мне больно. Не, ну тут без Тома не обойтись, к сожалению. К сожалению, день рождения бывает. Пацаны, я попался против такого чувака, который не умеет играть. Мне повезло, видимо. К сожалению, день рождения не бывает никогда. Ведро лазера. Ведро лазера, стоп. Стоп, ведро лазера. Пацаны, Гитлер добивает какого-то мудака, короче, который эй, там... Эй, меня дергает. Который мудак. Меня дергает, эй. Чё за фигня? Блин, Гитлер по щам меня получил. Меня штырит. Меня штырит. Ух ты, как меня штырит. Ух ты, Вася. Но я чувака при этом казнить смог. Прикол, да? А у тебя есть бой с тенью? Бой с тенью. А, ну да, бой с тенью. Мы еще ну, спасибо, выиграть. Спасибо. О, отлагало, пацан. Прикольно. Опять меня дергает. Нахуй, он меня сквозь стену убил. Это точно аимбот. Да как я же нажал? Сука. Да вы просто ИРАшники, вы пидоры. Пацаны, короче, сейчас доиграют, правлю вам Гитлера. Зачем нам Гитлер? Отправлю вам Зигу. Отправлю вам Зигу, пацаны, Зигу отправлю. Вот мудак, а болевой делает. Чтоб ты сдох. Ничего себе. У меня готово ядро. Внимание, нас атакует вражеский пилот. Меня, походу. А, да. Я сейчас просто о, да, ядро. Делаем болевой. Тебя вошли, что ли, сзади? Нет, не хочу! Внимание, ай, больно! Пацаны, я победил! Болевым приемом, мать твою, налево! Вот это эмоции, да. Каев. В смысле, сколько бил? Они посчитают, что у меня имбот. Корпус прикрепился. Пацаны, Гитлер и свастика победили. Жнец, иди сюда. Урод, иди сюда. Нет, я обречённое состояние. Внимание, на борту был вражеский пилот. Да. Но он не смог. Пилот-союзник. Да я умер, а не улетел. Адольф Гитлер, победивший с помощью болевого. Нифига себе, там чувачок взорвал. Если бы мы играли в Overwatch, это точно был бы лучший момент матча. Подходи, я там так правильно поворачиваться к противнику спиной. Энспайт сзади.
О, такой подсказ потом. Опа, был. Он меня там убил. Давайте, ну мы проиграли. Проиграли всей гурьбой. Не. Жнецы его. Шо, шо вы тут? Жена. Ваш титан готов. Может, ты его выпустить. На. Титан уничтожен. Здорово чё? Ты его. А? В смысле? Вот так вот, да? В смысле сразу? Ожидание выпуска титана. Эндспайк, на титана, назад, назад, на титана моего. Ну, ты молодец. Ко мне, ко мне. Да какого? Я ненавижу ядерные катапульты. Просто их ненавижу. Ну ладно, ребята, на этом веселый тайминг-фолл закончился. Всем удачи и всем пока.